везде отметки сделал карандашом, потому что эта отметка, это и есть тоже труба. Если взять трубу, то нужно еще добавить вот столько же. И очень удобно будет мне работать. Но вот эта вот труба пластиковая, она ровно 4 метра. И теперь не получится эту трубу использовать, как эту трубу, что я использовал для холодной воды. Теперь труба для горячей воды. Пока здесь не буду трубу отрезать для уголка и для вот этого уголка. Начну вот с этого места. Вот точно такой же, как и здесь. Вот этот тройник у меня был. Труба уже приварена. И посмотреть там внутри. Вроде бы отлично. То есть беру, устанавливаю его таким вот образом. И беру уголок. Уголок тоже устанавливаю. И смотрю, сколько же мне нужно там отрезать. Так. Так. Вот так. Даже вот так надо. О. Вот это вот сюда сдвинуть. Вот так сдвинуть. Вот смотрю, чтобы вот здесь проходило и здесь. То есть вот так. Ёлки-палки, сбил. Нечаянно это сделал. Вот так, я думаю. Значит, вот эта черточка, ее перенес вот сюда. Вроде должно быть так, как начеркано. Тут труба тоже для горячей воды. И теперь мне нужно, что я замерял, вот этот уголок. Ага. То есть уголок мне нужно вот так. То есть вот так. Это я так на всякий случай буду делать. Этих черточек больше. Так, я вот так берусь, значит, я так и буду и приваривать, значит, вот так, чтобы мне не спутаться, потому что мозг так работает, по-другому он может ошибиться. И раз, и два, и четыре, и пять. Черточкой, черточкой давлю. Идеально. Посмотреть бы там. Ну там просто шикарно, что тут говорить. Нормально. Так, одно дело сделал. Теперь нужно вот эту сделать. Если бы я там сделаю, то буду вытаскивать как холодную, так и горячую. А сейчас я только вот этот кусок буду вытаскивать, а потом все заберу и буду там делать. Ну, вроде понятно. Теперь вот так. Вот так. Черточка, вот она. Вот так, вот так. И теперь уже вход беру линейку. Установлено, и теперь здесь нужно найти местоположение. Ну, вроде бы вот так и получилось.
если направить вот эту черточку, то она будет 22 с половиной. Прижимаю лезвие и начинаю нажимать, чтобы угол 90 градусов был. Так, получилось. Это что мне нужно? Вот эту приварить. Тут проблем никаких нет. Можно и так, можно и так. Ну и желательно 17 года. Желательно вот эти черточки черные, как бы, чтобы они повернуты были к стене. Ну, желательно. Хотя тут штукатурка будет, все под плиткой. И раз, и два, четыре, и пять. Немножко приподнимаю, потому что здесь скачок такой, и здесь тоже вот так делаю. Вроде бы и все. Далее. Здесь у меня получается вот этот тройник. Чтобы мне можно было приклеить и сразу ориентироваться вот этой полосой и вот этой черточкой. Здесь как бы шов получается, когда на заводе что-то делали. И теперь мне нужно найти вот эту вот параллель и вот эту параллель. Либо мне можно сделать вот таким вот образом. Это будет даже лучше. Вот так я сделаю. О, и вот так лучше даже будет. Значит, вот так я и буду делать. Нажимая не кручу, крутить бесполезно. Работает только температура нужная. Можно пошевелить в разные стороны. 5. И вот таким вот образом. Вот эта черточка. Теперь, когда здесь вроде бы получилось, теперь можно отпустить сюда и сюда. Эту пока трогать не буду, потому что тут все компактно и будет прижиматься на этот щит мебельный. Теперь опять прикладываю вот этот уголок. Приподнимаю, убираю, вот так сделаю, чтобы можно было делать регулировку вниз и вверх. Посередине беру, елки, линейку как держал, так и держу. И теперь вот эту черточку вот сюда. Получается 28 с половиной. То есть получилось 28 с половиной. Пальцы
концом упираюсь и делаю 90 градусов. Так, теперь все убираю лишнее, чтобы на столе ничего не мешало. И как мне удобно сделать. Приварить. Вот так вот. И параллельно делать. Вот так я и буду делать. Вот таким вот образом. Значит, можно утонуть. А если вот так сделать, так тоже можно. Вот так. Вот так. Ну, я как уже повернул, так и оставлю. То есть вот эта надпись вниз. Раз, два. Все понятно. И раз, и два, четыре, пять. Туда палец сунул и получилась щель. Теперь беру уголок. Нужно повернуть вот сюда, то есть нужно направление. И чтобы сделать соединение, вот эту черту вот с этой чертой, чтобы вот таким вот образом раз глядеть на эти черточки, вот таким образом раз нажимать туда вниз и туда, чтобы не собирался пластмасс там внутри. Если вот так делать, пластмасс собирается. Таким вот образом собираться не будет. Если бы я вот так держу, значит, мне нужно повернуть вот таким вот образом. Все, приготовился. Раз, и два, четыре, и пять. Эти две черточки нажимаю и продолжаю дальше. Ну, вроде бы вот так получилось. Теперь вот здесь пока трубу пластиковую нежелательно приваривать, так как у меня здесь, в общем, по проекту нужно там шторму сделать. Вот с этой стороны не получается, потому что эта труба будет мне мешать. Получается, вот здесь теперь нужно работать, вот с этой короткой нужно работать. Опять. То есть у меня здесь все нормально получается, в разные стороны. Можно вот туда сдвинуть. Ага. Значит, ёлки-палки. Значит, так, вот так, вот так, вот так, вот так середина. Все, выставил. Здесь вообще не понять. Здесь получается нужно срезать. Что это у меня получится? Так, труба идет. А нет, нормально. Ничего не мешает. Вот здесь только нужно для уголка сколоть. Придется немножко мусор сделать.
Вот в этом месте нужно убрать. И для трубы. Хотя это уже не мешает, но все равно всякое может быть. Опять устанавливаем. Так. Удерживаем. И смотрю, вот эта черточка будет ровно 77. Что мне нужно приварить? Уголок. Значит, уголок. Переверну. Вот так. Это нужно привыкать вниз. Привыкать. Привычка должна быть. Отлично получилось. Если в там посмотреть, палец сунуть, нормально, отлично, ничего не собирается. Теперь нужно в одной плоскости это значит, у меня вот так получается, чтобы вот это было. И вот это было. Труба, то есть в одной плоскости. Только-только подходит. Значит, вот эту черточку буду соединять. Вот эти вот верхушки буду вот так соединять. Для себя я понял, что нужно так уголок что ли притащить. Или плитку принести. У меня где-то уголок был металлический. Ну я возьму плитку. Вот так это приготовлю плитку. Насколько хватило, и параллель буду смотреть, вот так буду делать. Вроде понятно, это вот плитка есть, сразу сюда подведу, и все, никаких проблем не будет. Значит, мне нужно повернуть. Так, вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Соединил. Смотрю параллель. Вот здесь по плитке понятно. Потому что я выставил вот сюда. И вместился этот пятачок, и вместился там тоже, как бы пятачок получился. Все. Вкладываю. И теперь остался еще один размер.
А здесь я потом сделаю. Вот размер. Мне нужно, вот смотрите, вот здесь две трубы. Если их надо приподнять, я, конечно, приподниму, потому что вот эта труба вниз-вверх отпускается. Ну, вроде понятно. Надо вот так поднять, надо вот так поднять. Ну, вроде понятно. Я так и буду делать. Ёлки, черточка, по-моему, вот она, черточка, еле-еле ее увидела. Здесь черточка, вот она. То есть я смотрю, вроде бы как... И по горизонтали. Ну-ка. То есть есть черта. Вот ножницы. Вот, то есть очки упали. И сейчас посмотрим, как это будет смотреться. Черта вот так смотрится. Ну, вроде понятно, да? Вроде так. Вот на штукатурке смотрится. Теперь беру другие очки, вот эти темные. Вот смотрите, черта вот так, и черта будет смотреться так. Резко убираю, вот так смотрится. Не знаю, как получилось, но... Так, 29, это я для себя так, тут 29, вроде бы как ровно. Размер ровно 12 сантиметров. Ровно 13 сантиметров. Отрезаю. Отрезал. Теперь мне нужно вот эту вот трубу. Так, мне нужно взять параллель. Как бы взять параллель-то? Во. Вот так возьму. Все в одной плоскости и взял параллель от этой доски. Тут можно приварить по-любому. Сейчас дойдет до конца. И раз, и два, три, и пять. Поднял немножко трубу. Все. Теперь нужно вот эту приварить. Скорее всего, это уже не нужно. Не нужно. И всю конструкцию вытащить. И теперь нужно как-то приспособиться. То есть вот так в плоскости, вот так в плоскости, вот так, елки-палки, вот так в плоскости, и все
это будет вверх, вот это будет вот сюда подальше, как бы мне плоскость сделать. Вот так сделаю. И параллель. Вот так. О, все, для себя нашел, как и что.